Глубина возле берега не больше 1,5 метров, так установлена для мест купания детей. Водолазы – люди взрослые, но, повинуясь технике безопасности, ныряют в этом лягушатнике в полном обмундировании. Очищают дно от посторонних предметов. После весенних разливов в основном попадаются ветки, иногда части металлических конструкций. Лагерь «Изумрудный» в Рузаевском районе один из немногих, где есть место для купания детей. Небольшой пруд на территории каждый год благоустраивают, проверяют качество воды, и только после того, как подтвердилось, что все в порядке, приглашают приемную комиссию. По правилам, во время приезда принимающей комиссии, как минимум на пляже, все должно быть так, как будто через 5 минут здесь начнется занятие. Поэтому зоны купания уже сейчас размечены буйками, наготове лодки, спасательные жилеты и круги. Не хватает только детей. Водолазы регионального ВОСВОДа каждый год участвуют не только в работах по благоустройству детских лагерей отдыха. Организация направляет на работу матросов и инструкторов по плаванию. То есть они должны заниматься, во-первых, следить за безопасностью детей на воде и обучать их плаванию. Это матрос-спасатель следит за безопасностью, а инструктор по плаванию и спасанию на воде занимается именно обучением детей плаванию. Потому что его цель – научить хотя бы детей уверенно держаться на воде. То есть это, будем так говорить, залог их безопасности во время нахождения на водных объектах. А ведь это действительно проблема. Каждый год в купальный сезон на воде гибнет несколько детей. Чаще всего они и плавать не умеют или остаются без присмотра взрослых. Поэтому прокурор Мордовии предложил штрафовать родителей, чьих детей обнаружат на водоемах без присмотра. Еще, по-моему, в 2006 году правительством Республики Мордовия установлены соответствующие правила поведения людей на воде. Там предписаны все императивные требования, что нельзя делать. К сожалению, в ходе анализа и практики прокурорского надзора мы посмотрели, что за нарушение некоторых императивных требований отсутствует административная ответственность. Мы решили это исправить. Прошу голосовать. Спасибо. В ближайшем сезоне в Мордовии появится еще 4 места для купания. Это уже в рамках развития туристического кластера. Новые базы отдыха откроют на Суре, недалеко от Сабаева, на пруду Корчагинец, на Гусином озере, в Больших Березняках и в Лямбире. Места для купания будут оборудованы, но человеческий фактор все-таки исключать нельзя. Главное правило поведения на воде – следить за собой, за товарищем и за детьми. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.